вот здесь на мосту, вот можно увеличить немножко, идет какая-то съемка фильма, вот две артистки, которые между собой общаются, там целовались, и потом пойдет массовка. Можно поучаствовать в массовке. Возможно, этот фильм потом увидим где-нибудь по телевидению. Вот там режиссер, операторы. А вот напротив, кстати, вот мы отсюда снимаем, а вот напротив тоже с домика кто-то снимает с балкона. Ну, им сверху лучше видно. Немножко себе по-другому представляла Милан. Более похоже на Москву, более такой думала, зеркальный, строгий. Но здесь больше все-таки старинных домиков, тоже много архитектурных. Но симпатично, уютно. Вообще, Милан — законодатель мод. Познакомились здесь с девушками, которые приехали откуда-то с России, и они здесь учатся на модельеров. Спросила, хотите ли вы уезжать в Россию? Одна сказала, нет, ни за что, другая сказала, да, вернусь в Москву. Ну вот, на вкус и свет друзей нет. Привет всем из Италии, город Милан сегодня.